такие сердечки красивые пошли. Замечательно. С днем рождения. Счастья, любви и успехов. Чтобы был отличный год. Что нового в жизни, какие планы? Марьяй, привет. Чего нам прятаться? Нам нечего прятаться. Вот это серьезные планы, это правильно. У меня там НТВ программу снимает. Ага, в том числе. Нет, да, еще успешнее, чем я. Вот это правильно. Да, я сейчас поеду поздравлять фотопеннис. Ничего интереснее, ничего не бывает. Новогодний отличный настрой. Сегодня вечером, может быть, вам покажу Лешу с дочкой. Не знаю, как у них там настроение будет. Сегодня говорил с бабушкой. Это пипец. Вот можете что мне хотите говорить, но Леша, человек, с которым можно договориться, его бабушка вменяемый человек, плохого слова не слышал о той стороне, о маме ребенка и маме мамы. На меня столько утром вылили всего, и на меня, и на всех остальных. Не знаю, я Лехе сказал: Леха, я тебе просто сочувствую. Я не знаю, что делать. Приветики. Как с ними договариваться, я не представляю. Знаешь? Я во всем виноват, я плохой, я кошмарный человек. Меня там надо сажать, меня там это. Леша там занимался с ребенком, сексом с 8 человеками. Девочка в 12 лет будет проституткой. Блядь. Пипец вообще. Просто. Я не знаю, что с ними. Вот просто нельзя договориться ни о чем. Ничего нельзя сказать. Бабушка Нюси с той стороны. Ужас. Ужас просто. Я не знаю. Я сказал, я не знаю, как. Я не представляю, как можно отдать ребенка. Вот я честно сказал: Лех, не знаю, что хочешь, делай. Прячь, где хочешь. Как? Я, который всегда за компромисс, который найти надо как-то, чтобы и папа была, и мама. У меня никаких эмоций нет. Но настроение с утра подпортило капитально. То есть там... Я просто специально попросил, маме написал: дайте телефон бабушке, я хочу с ней поговорить. Ну, мама, понятно там. Я пишу песни, пою. Мама, понятно. Леша Панин. Актер. Ну, примерно так. Я говорю: Леша ходит в церковь, ведет сейчас монашеский образ жизни, не пьет ничего. То, что вы говорите, это к нему не относится. Он забрал ребенка, Леша, свою дочку. Мы жаловались, писали президенту, всем, мы написали патриарху, и нам ответил этот Чаплин, этот идиот, урод. Он ответил, что мы там, ваша церковь нам не... Ну, исповедую, ну, не часто, но исповедуюсь, причащаюсь. Грешный человек, понимаешь, у меня все-таки как бы это, с моей личной жизнью, конечно, там и Лине Галиуллиной, и Маше Соловьевой приветики. Алексей Панин забрал свою дочь у мамы, дочери, потому что ему не давали видеться с ней. Да нет, есть минутка свободная, мне нравится с вами, ребята. Ну, с нудистского пляжа. Ну, посмотри, я не знаю, есть сейчас это фото? Да еще посмотрю. Я там, Нюся, да, ко мне приедут в гости. Сейчас посмотрю. О. Мне Нюся, он пишет. Такая хорошая девочка, скромная. Какие проститутки, блин, я не знаю. Пипец, блядь. Про ребенка такое писать, я не знаю, блядь. Как язык поворачивается. Бегиевой Милане привет. И Нюся онлайн всегда. Так, сейчас мы найдем.
Сейчас мы найдем. Чего там Леша там выложил, не знаю. Вот вижу у Панина фото, где мы все вместе. Я с Нюсей. Фото с эфира. Нюся с собакой. Панин с елкой. И он со своей женой. По чувству дискового плана. Ну и все. Больше нет никаких. Очки. Как под Единую Россию прогибается? Кто? Хром Бирс. Никто не прогибается. Не, Диор. Хром Бирс. Ну где есть? Вот я зашел на его страницу. Может, фейковая какая-то, я не знаю. Вот на его страница Панин. Вот смотри. Вот, это последняя страничка. Все, вот, вот. Больше. Вот сюда уже вниз не тянет. Вот. Вот Панин. Вот собака. Вот дочка с собакой. Вот мы на программе. Вот какая-то девушка, не знаю, кто это такая. Его знакомая. Да. Вот мы у меня дома. Все, больше ничего нет. Какой нудистский пляж? Авиарку открой. Ну, вот это и есть аватарка. Че? Не знаю, вот все фото. Хорошо, еще посмотрю. Нудистский пляж. Где? Где нудистский пляж? Ну, какая-то девушка. Нету ничего. Ну, что-то в основном я с Панином. Ну, ладно, друзья. Доброе утро я вам пожелал. Квартира. Че? Это дом. Тут вот одна. Вот. Одна комната. Не, скучать мы не будем, некогда. Сейчас скоро уже поеду. Есть у меня одно событие интересное впереди. Расскажу вам. Всех обнимаю, целую. День днем, вечером выйду на связь. Хорошо?